Воспитанникам Одинцовского детского сада номер 71 скучать некогда. В течение учебного года они мастерили поделки, рисовали, пели и танцевали. На улице потеплело, а значит, пришло время игр на свежем воздухе. Игры развивают наши дети быстроту, ловкость, знакомство с новыми играми народными, да, что как бы тоже очень важно, чтобы мы соблюдали традиции. В преддверии Дня защиты детей малыши отправились в страну Игралию. Но с пустыми руками в гости не ходят. Каждая группа приготовила подарок – новую игру. Ее условия и правила придумывали сами детсадовцы. И теперь им точно не будет скучно летом. У них много свежих, интересных идей и яркие площадки для их реализации. Посмотрите, какая у нас чудесная площадка, какой ремонт сделан по благоустройству нашего детского сада. Нам помогают родители, нам помогают администрация. Им большое спасибо за это все. Малыши порхали бабочками, ездили на воображаемом паровозе и автомобиле, не забывая о правилах дорожного движения, водили хороводы и участвовали в эстафетах. Мне сегодня понравился праздник. Мы бегали, прыгали и играли. Все участники праздника за свою активность получили мелки. А это неспроста. Совсем скоро в детском саду пройдет конкурс рисунков на асфальте. Алексей Лагутин, Евгений Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».